Это меня тут слушать? Да, да, слушаю. Да. Ну вот. Ну а вы-то как считаете, дом-то пригоден для жилья или не пригоден? Да чего ей уж на кладбище надо уж. Мы помоложе, да уж и то собираемся на кладбище. Она вышла, тоже путалась тут с председателем. Ханков был у нас. Ей окошки били. А эта вот тетка была, это, ну, на племянница была. Ага. Она как идет на потоке, она говорит, Валь, гони ее. Гони ее. Она у ей полы никогда не помывала. Приедет, она у ей полы не помывала. Все время я сделаю ей порядок. Занавески повешу, верхние, нижние. Часы были. Это часы от первой жены, часы эти. И она тоже отдала этому племяннику в Москву. Так она заебала его. Она там всех вон подняла, на воду-то были. Я еще тот раз вот хотела подойти. Приехали, 5 машин приехали, целая бригада. Я говорю, ну, блядский Поттер. Дом какой, только все фотографировали. Ну, дадут ей квартиру. Она, квартиру буду подать. Она там, говорит, всех депутатов подняла на воду-то. А я вот тут грешница хотела подойти. Чего тут лицемеришь ты? Уйди в пизду. Да то ей, ну вы че сами не глупые? Вы че люди грамотные? Какая ей тут пизда квартира? Вон, в елке. А как вас зовут-то? Валяй. А фамилия ваша? Не, Белова. Белова, да. Да, и могу и Зотова, и Малева, и всякое. Да что? Он же Гоша, он же Жора, он же Гога, да. Как же?